Начали. Привет. Лёва, привет. Я вот везде тебя ищу. Меня? Да. Слушай, я понимаю, что это неправильно, но я насчет роли Варвары Даль. Ну а что насчет роли? Мы уже утвердили актрису. Андрей, это моя роль. Ну что, уже решено. Завтра грим, костюм и... А что ты на пробу не пришла? Что? Что? Ну, мне сказали, что ты ищешь блондинку. Я? С чего? Мне было такого. Я 35 актрис видела, и при чем тут вообще блондинка, не блондинка? Понятно. Пойдем. Куда? Пойдем уже с тобой. Сколько я себя помню, я всегда хотела быть как они. Я смотрела фильмы и любовалась их красотой. Я мечтала, что я проснусь однажды, подойду к зеркалу и увижу, что я тоже красивая. Я даже пообещала Богу, что я не буду расстраивать маму с папой, буду лучше учиться и не буду обманывать. Но... по-настоящему красивой я почувствовала благодаря тебе. Я люблю тебя. Я там поменяла пару фраз с местами, просто слишком словесно получалось, понимаешь? В каждом слове красивое, красивое. Ну, Таисия, я поговорю с продюсерами, может быть, что-то подумаю. Я позвоню твоему агенту. Только не надо агенту. Ну, хорошо, да, конечно. Давай свой номер. 8-916-340-99-87. Есть. Мне надо идти. Извини, люди ждут. Андрей, спасибо большое, что ты услышала. Ты молодец. Я не могу ничего гарантировать на Варвару, но мы с тобой обязательно поработаем. Я перезвоню тебе.